В Академии службы государственной безопасности Республики Узбекистан имени Амира Тимура состоялась церемония принятия присяги родине курсантов, принятых в текущем году. Церемония принятия присяги – волнительный момент для каждого молодого человека, будущего мужчины, настоящего защитника Родины. Присягу, как известно, дают один раз в жизни. Итак, новое поколение Академии службы государственной безопасности выстроилось в этот важный для себя миг. Перед началом церемонии курсанты возложили цветы к подножию мемориального памятника тем сотрудникам службы государственной безопасности, кто погиб при исполнении своего служебного долга. Почтили их память. В ходе мероприятия было особо подчеркнуто, что в последние годы, благодаря кардинальным реформам, была организована совершенно новая специальная служба, способная защитить нашу Родину от различных угроз, успешно противостоять как внешним, так и внутренним вызовам и обеспечить всестороннюю безопасность, защиту интересов страны. Наконец, начался сам процесс, долгожданный и ответственный. Нельзя не сказать, что в построении нового Узбекистана, выбора своего собственного пути, преданном служении своему народу и президенту, трудно переоценить роль и значение Академии службы государственной безопасности имени Амира Тимура, занимающейся подготовкой всесторонне развитых и патриотичных офицеров, для которых смысл жизни – это бороться за честь и достоинство своей нации и народа. Уделяется особое внимание изучению наследия Амира Тимура и Джалалиддина Мангуберде с точки зрения военного искусства. Потому, не случайно решением главы государства, Академии было дано имя нашего великого предка. Выступая перед очередной плеяды будущих офицерских кадров, руководство службы государственной безопасности, ветераны отметили высокий уровень ответственности перед будущим и пожелали им удачи. Показательные выступления сотрудников спецслужб произвели должное впечатление не только на курсантов, но и их родителей. Радость и чувство долга перед Отечеством переполняли, особенно матерей и отцов, чьи дети решили посвятить себя служению Родине. Наш сын принял военную присягу. Для нас это было очень волнительно, ведь это слово чести и достоинства. Это обещание перед народом, президентом и самим собой защищать свою Родину. Желаю, чтобы мой сын и его сверстники стали искренними патриотами Родины, чтобы эффективно использовали каждый час, каждую минуту и прославляли нашу страну. Закончилась сама церемония, но для ребят начинается совершенно новая жизнь, и эти моменты навсегда останутся в их памяти, даже спустя годы.